Ребят, многие из вас меня спрашивают, как же увеличить звук, громкость на своем мобильном телефоне. Не нужно никакие приложения сегодня скачивать, ничего не будем делать, просто покажу, что нужно сделать. Но перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал, на AndroHacker, поддержите его. Здесь я каждый день вам снимаю вот такие вот полезные видосы. Ну, а давайте продолжать. Если у вас телефон Xiaomi, то у вас будет пункт «Регион». Если другой телефон, поищите тоже «Региончик», должен быть. Заходим в «Настройки». Заходим вниз и ищем такой пункт, который называется у нас, сейчас, минуточку, расширенные настройки. Вот, здесь будет регион. Как видите, у меня стоит регион Россия, а нужно поставить Сингапур. Сингапур. Нажимаем Сингапур. Все, в принципе. Затем перезагружаем свой телефон. И реально звук у вас улучшится, как динамика, точно так же само и звукового, слухового динамика тоже. Пользуйтесь и рассказывайте об этом видео своим друзьям, наверняка они об этом не знают.